Слава на ваш прозвучав. И чуть-чуть потише гитара в мониторе гитаристу, как ночное пожелание. Следующая песня называется «Сон», но я вам обещаю, что вы под нее не уснете. Это песня с нового сингла. «Сон для вас, ребята, но не спим». Поехали! Старых, в различных инкарнациях существующая. На каждом концерте мы ее играем. И для тех, кто никогда ее не слушал, ну, мы вас поздравляем, эти аплодисменты вам, поскольку скоро вы ее услышите. Дали ветер, ребята! Песня «Странство». We'll be right back.
ярче с каждым новым днем. Дальний ветер, ребята, и пусть ваш каждый новый день таким же ярким, как огни этого замечательного зала, светящие мне прямо в глаза. И также яркие, как ваши глаза здесь. Ребята, эти аплодисменты вам. Сейчас будет медленная песня, с вашего позволения, в стиле таком саузерном, я думаю. Да, «Разбитое сердце». Как раз с вами мы немножко все вместе отдохнем и наберемся сил перед боевиками нашими и великой группы «Страйк». И, конечно же, группы «Харизма». Ваши аплодисменты. «Разбитое сердце». Которое мы вместе с вами собрали в одно целое металлическое сердце.
Где мы с вами находимся? Кто, ребята, знает? Это Форд, да, на 5-м Power Metal Fest'е. А знаете, что украшает его? Ну, конечно, помимо нас и старших коллег. Ваши глаза в зале, которые ярче любых звезд. Поэтому эта песня посвящается вам. Песня «Ярче звезд». Ребята, ваши глаза. Максим Данилов ударный, с которым в далеком 17-м году взял всю группу. Похлопаем им. Спасибо, что ребята не поленились, пришли. Мы обязательно рубанем вместе как-нибудь. А дабы их порадовать, а то они эту песню в моем исполнении слушали еще в году 17-м и 17-м, мы приглашаем на сцену Александра, это обязательно песня тоже, Александра Захарова, Аристарха, который вас уже порадовал на сегодня. Вместе с ним... дуэтом мы исполним одну из наших любимых и старых песен. Эта песня «Дорога смелых», она бодренькая, поэтому мы надеемся на
ваши активные эмоции. И вместе сейчас мы полетим в космос. Вместе с Аристархом. На протяжении всего Мецефорта. Да, и Саше желательно дать чутка шума в ухе. А, меня хватает. Дайте меня, Саша. Пожалуйста. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. А ты так. Как им сука, репетировали ее? Как вам, кстати, выступление Сашиной группы? Потрясающая группа, я впервые слушал. У меня двоюродный брат, между прочим, жалко, он не смог, кстати, посетить, он большой поклонник Сашиного творчества. Получается, и брату двоюродному бороду, с кем дуэт. Он не очень любит, как я пою, вот любит, как Саша поет, поэтому разнообразие. Ну что, слышно меня? Нет. Ну давай по классике, как Валерий Александрович. Будем как два сейчас, Валерий Александрович. Поехали, ребята, дорогой смелых, ваши аплодисменты. Аристарх! Отвернись! Yeah.
Спасибо! Александр Захаров, Александр. Еще мы споем и удачился. Друзья, следующая песня наша. Совершенно новая. «Мой ангел». Медленная песня, лиричная. Самое то расслабиться после такого боевичка. «Мой ангел». Сюрприз. Есть такая замечательная группа «Черный кофе». Возможно, любители металла российского знают такую команду. В прошлом году мы сделали официальную кавер-версию на золотой хит этой группы. Песня 89-го года. «Брожу по городу один» с альбомом «Вольному воле». И нас, вас, кстати, ждет еще один сюрприз, но о нем чуть позже. А пока мы вас приглашаем вместе с нами окунуться в атмосферу 80-х и вместе с нами пройтись по городу. Но не одним, а дружной компанией. «Брожу по городу один» группа «Черный кофе» в исполнении нашим скромным группатором «Невойс». Ждем ваших групп, ребята. «Брожу по городу один».
Позвони мне, позвони! Стал исполняться как мой путь. В 18 году Леонид Фомин, всем нам известный, любезно сделал с нами коллаборацию. И мы, так, Дмитрий Клак присутствовал, конечно, Иван Изотов, по-моему, бас-гитарист еще тогда. Андрей Ищенко был, да, Паша. Вот, ну, друзья, сейчас ее впервые сыграют. Эта песня «Мой путь» на стихи и музыку Игоря Евгеньевича Куприянова. Леонид Фомин сейчас, можно сказать, сыграет
в оригинале ту аранжировку, которую в 18 году мы выпустили. И, ребята, это эксклюзивное событие, потому что мы никогда не играли ее вживую таким составом. И сейчас нам самим интересно, как это выйдет, честно скажу. Самим интересно, поэтому нам нужна ваша поддержка. Песня «Мой путь». Леонид Фомин набирается вдохновения, чтобы порадовать вас замечательным, проникновенным соло. Сейчас я жалею, что я не такой, как Кирилляк в плане продолжительности. Вот Кирилла, я вижу, да, тебя. А кто-нибудь эту песню раньше слышал? Я имею в виду, оригинал или нашу версию? Ну, сейчас пришла пора, знаете, все в жизни бывает впервые. Конечно, Игорь Евгеньевич Куприянов, а то подумают, что мы такое с тобой придумали. Ну, сейчас, в данный момент, Игорь Куприянов. А то подумают, что это мы придумали, мы не хотим у нас своих песен много замечать. Давайте дружно передадим привет Игорю Куприянову. Он не в зале, но я думаю, он мысленно с нами. И все любители тяжелой музыки. Известно, все любители тяжелой музыки сегодня присутствуют. Мецефорта, пусть часть из них мысленные, об этом не знает, но они тоже вместе с нами. Ну что, Леонид командует. Харизматично командует нами. Говорит, все, давайте. Да. Мой путь, ребята, для вас впервые. Thank you.
честную песню, а Ленин упомянул о том, что украсил ее вместе с нами. Ну, а наш концерт подходит к завершению. Мы сыграем для вас нашу традиционную финальную песню «Нет барьеров». И мы обязательно с вами увидимся вновь. Вдруг с вами была группа Turning Voice, ребята, Мецефорте, 5-й Power Metal Fest. Нет барьеров для нас с вами, помните об этом. Поехали. Федя как раз вернулся, я смотрю в толпе, думаю, это Федя что ли стоит? С вами была группа Turning Voice, Андрей Ищенко, ударные, похлопаем. Александр Мезенков, бас-гитара. Гитара, Павел Маркин. Федор Ананьев, синтезатор. А я, Илья Белогорячев, вокал. Оторвёмся. Посмотри!